Слышно? Что за корова там в руке? Катай, готов? Я ж написал, я спать иду. Зачем было присылать в рейд? Ну, он не до 12, что не сидеть сюда. Что не до часа ночи. Мы сидим, траем Халиона, сейчас скажу. 30. 40 минут. Ну, уже час ночи, как бы. Ладно, просто все в следующий раз. Пять минут, еще хила нет, расход. Время пошло. Что там, 30 человек в РКС, там кто-то орёт ру. Или ДЦРих, или прист. На таймлайн до сих пор. Интересно. Так, ладно, кто такой Хирошита? Шкаф ставлю, минуту отхожу. Поэтому не люблю РФ-ки после 11, блядь. Ладно, еще выходные. Вот вроде бы выходное, с утра все равно вставать в садик. Морбент. Кто-то знает этого человека? Как по-русски Морбент? Приз, да, у него? Он пока он зайдет рука. Махайте пока. Я подбиваю вас. Ну, я надеюсь, он заберет эту чешку. И наручи, то что. Зачем ему шмотки на силы не убить играть? Я сейчас скажу, можно три шмотки унести сразу. Специально для него. Ему плащ надо. Но... Ну, я бы хотел бы, но одна шмотка сгнулся. Так, не все отдал. Ну, если он не тупит, конечно. Так, Боли Крист, ты хилишь во тьме. Слышишь меня? Отлично. Чек на пол. Да. А, диспелит только. Ты же. Ты умеешь диспелить, Холи Крист? Спель во тьме. Твоя задача у стенки. Валера, готов? Ну, блин, а то пристоил я прям как наш рейд. Угу. Ты название прочитай. А Валера тут? Все готовы, Валера, иди начинай. Потом опять такой врывается хуйнями. Сейчас я его дерну, все дыхание. Вар, опять прожал.
вещь, которую не надо было прижимать. Отошли подальше. Это пульта вынеси. Встали в квадрат. Собирайтесь, квадрат. Кто это, господин? Квадрат, встали. Ася посмотрел. Холи-прист, как у тебя дела? Ультрашам, опять метка. Побежали, метеор. Через хвост возвращайся. Отошли, квадрат. Катапульта. Ты слепой? Фэнкси, метка. Она как поднимай катапульту. Что сегодня Дани нету? Ну, обстрелся из-за вас, драка. Галеон, играем. Мало дамаги. 5% для переходки. Черты пати остаемся. Рейд заходим. Встали, квадрат. Ваня, все инеры танку залили. Танк. Пятая пати шаман. Ультрашан метка. Зефилакс, метка. Не... Почему ты под морду не носишь? Так, заходите. Заходите. Блять, Хризефилакс, еще один. Сейчас будут лезвия. Ждем, пока шарик пройдет через метку. А надо, жди. Подожди, куда? Да не, на. Пиздец ты, конечно. Если хочешь, можешь зайти в холипал, я пошли аэродром. Все, не плюсуй, короче, в РС. Разворачивай на рейд. Падаем. Так, надо было сову брать. Ходи в обычки, пока там. Натягивай реакцию. Он в обычке не научится выносить там одно лезвие, там, блядь. Навсегда. Нага, ты чё, здесь не был? Нет, он в первый раз здесь сидел, спасибо. Ой, да миллион, блядь, роликов на ютубе, нахуй, идите смотреть. Ну и тоже, правда, нахуй его знать. За сегодня уже можно было выучить. Сейчас Бёрн зайдет похилит. Да. Скоро вообще перестанем убивать РФ. Я же сказал сразу перед лезвием. Подожди, пропусти шарик. Он просто побежал в лезвие. Олег, я наоборот рейф, у меня пол четвертого. Причем он сначала стоял, а потом начал двигаться прямо перед самым лезвием. Его только видно было руки, и в этот момент лезвие. Ну че, давайте шкаф. Сними, пожалуйста, шамана Рамзис в чате и присмотрите его. А кто это? Это мой шам, да мне зачарить надо пушку, мы поэтому не убиваем. А кто вы зачаришь? Мы не убиваем из-за паладина, который был, из-за эрдру вот этого.
прошло 6 раундов, все начали уже тупить. Спасибо. Вот и все. Один человек, это слаг, это начинается жопа. Эшман. Ну, если сейчас вы не соберетесь и будете слакать, в принципе, никто не слакал в последнее время. Все, кто остался почти. Да, мы убьем. Потерю его. Так. Сейчас остается нам с тобой заслакать, нахуй, и пиздец. Поклонский готов. Сейчас твой дубов дан с пулами, он охуеет вообще. Вары, не прожимайте сейчас ничего. Найдите, что босс на вас агрится. Валера, запускай. Валера, запускай. Мама, запускай. Валик, квадратик. Метка сейчас, смотрим. Танк, метка. Бежали. Вот он лезвие. О, вот уже смотрим. Нормально. Ваша метка. Опять на тебя третий раз прыгаю. Я вот прыгаю, прям в квадратик. Ну, все, все инеры в ультрашаме. Ну, ты хил, ты значит хилил. Тебя могу сорвать. Это полтай ему руки. Ультрашами. Посвященные. Инеры, ультрашами все. Бежали метеор. Смотрим лужу. Ветря метка. В босса играем. Валера, заходи. Рейд, зашли. Валера, заходи. А почему ты поздно заходишь? Стоял у портала. Войт поднимает Поклонского. Второй заходит раньше танка. Если филакс метка. Ясно? Угу. Скажешь, когда зайти? Дубасик, метка, заходите. Ваня, не, поздно дойти, Ваня. По кулак, пока Поклонскому. Каску Поклонскому. Каску по ДК дайте. Сейчас будет метка с лезвиями. Нелис остается во тьме. Будет два приста во тьме, так что там с вами нет проблем. Что там, сколько? Сейчас будет фаза. Смотрим метку. Метку смотрим. А это Джерион был. Это был Джерион. Да, Дима? Тупой, блядь. Мать, выжили. А да им нет. Ну давайте. Там же шаман вышел с тела с чем-то. Падаем. Последний трай. Спасибо, Джерри, за вайп. К стене не них захотел пойти. Ну, я говорю, ждем метку, потом выходим в портал. Он выходит в портал, и на него кидается метка. Ну, зато без мышки играет. Да, Дима? Без мышки, наверное, не увидел портал. Ладно, ластрай, давайте быстренько. Ластрай, не хочу с вами здесь сидеть. Всем
просто насрать на это убийство, секрет. Джерри, ну ты гонишь. Ну, это быстрее, острай. Раз, это быстрее. Ну, сейчас-то реально его косяк был. Ну, да. Тебе он нравится, если быстрее. Все, давайте в комбал. Потом рыбу поставили, да? Дайте мне еще фласку. На, тебе не поможет. Забей. С меня засосало в лужу, его пол рейда засосало, я умер с ним. Не, на первой фазе. Да, точно. Тут трэша. Тогда разливается лужи. Выходит трэш, ты не стоишь в одной точке с танком и не кастуешь этот цепак или что-то еще. Тогда ты не будешь умирать, даже если есть на пол. Это не поможет. Давайте чекнем. Это пульта. Все готовы, Валера, начинай. Спасибо, Варя. Это дубасик, по-моему, делает. Да. Нет, это из Феликс. Кто-то из них чаржится нахуй. Дебил. Разум, метка. Я кровавый метод, ярость не прожимаю, в отличие от вас. Побежали. Близко метеор. Она бесполезная. Медалон, метка. Дальше от босса. Разумеется. Без пропусти. Бёрн, подымай. Фафу полипало. Валера, заходи. Хватит маны дохилить его в святую или остаться? Должно захилить. Не-не-не, пацан, я пока в святую буду. Ну заходи, сейчас станк упадет во тьме. Вот это будет еще хуже. Заходи, я тут прожимаю похилить. Марш, метка. С бистом от Энер Ультрашами. Салик Кондратик. Скажи, как зайти. Угу. Разул, опять метка. Заходите. Лезвие с меткой. Смотрим. Катапульта метка. Беги, малыш! Вот метка. Блин, дай каску на огурчик. Смотрим, лезвие, переходка сейчас.
Метка сейчас. После метки выходим в свет. Лепец, метка. Арзу, ты тут? Дисконнект. Алик, квадрат. Давайте рост. Вот метка. Побежали, метеор. Во тьме рост. Свет бьем большого голема. Смотрим уже. Баш метка. А, деление, важно было. Большого голема играем. Блин, прижмись. Во тьме рост. Большого голема добить. Нариса, выходи вот в свет. Бедолом метка. И именно манувки лампы. Сейчас. Подожди, сейчас будет. Побежали, метеор. Нелиса, давай гимноману после лужи. Я вдал к свету, во тьме. Катапульта метка, сам себя диспельсит. Пою гимн. Большого голема играем. Ультрашан метка. Далее квадрат. Белин, каплю на пол литра, сейчас дашь на перебежке. Я давал хилу. Побежали. Есть, есть все. Никогда не давай хилу. 62. Вот метка. Большого голема играем. Перепес гимна маны. Потом играешь большого. Уклонский назад. После трэш. Со спугин. Свет только трэш бейте. Трэш добить, трэш. Встали в квадрат. Побежали в метеор. Давайте большего голема теперь. Идем на ману, да. Ставьте. Встали в квадрат, отбежали далеко. Диспейл, диспейл. Ну, филипец. Диспейльте, блядь. Есть БР? Свет, вот, певчего, трава. Подымай. Певчего, подымай. Есть БР. Подымай меня быстрее. Олень, метка. Блин, тьма, стоп, тьма, не бейтесь. Тьма, стопайте. Белин, сакру. Алена, быстрее играем. Побежали, метеор. А, тут еще не добитый трэш. Трэш играем. Все. Танк упал. Ну все. Давай. Могу поднять. Нет, падаю. Могу трэш 5 проявить, короче. Ладно, всем спасибо. Ладно. Ну вы гоните, ну ёк парасите, то тьма падала. Пришел я, тьма не падает, теперь свет падает. Все, расход? Да. Спасибо. Да. Тем, кто не падает. Давайте. Ну, ну как вы там падаете в свету, я не понимаю. Там в свету вообще ничего падать. Пиздец. В свету упасть легче, чем во тьме. Ну, смотря кому. Там лужи льются, блядь. Мелкий трэш может убить НДшника. А во тьме вообще как умереть, если хилы хилят. Лезвие неправильно, метку вынес, дыхание. Бегать, бить надо по кругу. Но метку неправильно вынес.